Вот с этой стороны заезжает Баркас. Получается, вот так надо подниматься и вот сюда. Вчера напали шакалы. Готов идти в поход. То, что не хватало, взял 3 штуки яблока. Идем дальше. Если будет по пути машина, сядем и поедем. Дальше. Примерно до высоты 25 километров отсюда. До вершины этих гор. Посмотрим, насколько будет тяжело идти. И до темноты, до куда дойдем, интересно. Так, я не знаю, до темноты, до куда я поднимусь. Поэтому приблизительно знаю, через полчаса, где я буду. Будем ставить палатку и будем готовиться к ночлегу. Сейчас покажу эту сторону вам. Вот туда направляемся. Вот там где-нибудь там наверху найдем хорошее местечко. Так что будет все отлично. Погода хорошая. Примерно 15 градусов. На улице тепло. Довольно-таки хорошо дышать. Чистый воздух. Так что будем идти дальше. Сумка, конечно, когда иду на гору, на подъем, тяжесть чувствую сильно. А вот сейчас иду на равнине, уже намного легче идти. Сумка не тянет назад. Сейчас хорошо держится. Так что все будет окей. Километров 10 уже могу ходить, а так я смотрю, примерно километров 5 мне еще осталось идти пешком. Вот с этой стороны заезжает Баркас. Получается, вот так надо подниматься и вот сюда. Еще посмотрим, как будет. Если
по дороге будет меня подбирать. Поедем на машине до Аркаса. Очень хорошо пахнет акация, деревья акации. О, наконец-то машины едут в сторону Аркаса. Надеюсь, меня заберут. Сейчас посмотрим, проверим. Да куда, интересно, едет. Полная машина едет отдыхать. Похоже, наши ребята. Открылась вот такой вид. Если кому-то в дальнейшем придется идти пешком, чтобы могли изучить дорогу в сторону Аркас, кто выйдет на дорогу пешим походом, вот такие вот дороги, вот такие вот места. Так, время ровно 7 часов. Через минут 15-20 уже стемнеет. Поэтому вот ту, на ту вершину поднимусь и придется уже остановиться. Ассаламу алейкум. Кайсалайдер Аллах вирс. Вот товарищ нас подобрал. Сейчас пару километров будем наверх поднимать меня. Дальше будем идти пешком. Время вечернего намаза. Подбросили меня до Аркаса. Вот и Аркас. Так, поднимемся километров еще 5 и останемся. Ассаламу алейкум. Выходите на пробежку, да, вечером? Молодцы. Надо спортом заниматься. Как зовут? Лей. Мы за Карун пришли. Так. Мне же туда надо идти, чтобы там по дороге подниматься. Да, прямо. Угу. Давай, салам. Мечеть, а мы идем в эту сторону. Если по прямой идти, интересно, сколько километров. Сейчас будем смотреть. Два или три раза выше, чем эта гора, будем подниматься наверх. Будем подниматься потихоньку наверх. Может, по прямой идти.
Машина ехала внизу, остановился и выключил световые приборы. А я иду дальше. Пора мне уже вытаскивать фонарь. Валейкум ассалам. Да куда едете? Мы просто катаемся, сейчас обратно поедем. А, понятно. А вам куда? Я на поход вышел пешком. На поход пешком? Далеко идете? Вот где мраморный ковер. Иду дальше. Буду сейчас вам немножко показывать на камеру. Друзья, смотрите, куда я попал. Чуть наверх поднялся. Вот такое красивое место. Яички тоже есть, сколько хочешь, можно кушать. Печка тоже есть, чай тоже есть. Все стало мокрым, пока я поднимался. Поставили, чтобы высохнули. Высохли. Вот такая красота. До мраморного карьера совсем осталось чуть-чуть. Я напрямую поднимался наверх. Дорога осталась уже с левой стороны. Вот такое красивое место я попал. Кофе есть, чай есть. Будем сейчас готовить яичницу. Сейчас нормально покушаем и спать. Рано утром встаем и идем дальше снимать. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будем дальше показывать вам интересные съемки. Собирать. Сейчас, наверное, поспал. Солнце уже достаточно поднялось наверх. А время без 26. Уже нормально. Сушит уже с утра. Утром такая красота. У меня камера, у него такой дешевенький, недорогой, 50 тысяч стоит. Да, YouTube канал. Так. Расул, как у тебя было? Расул путешественник. Можно путешествие просто написать. Да. Подписывайся. Вчера напали шакалы.
не успели спасти. Сейчас будем дальше идти. Вот где я остановился. Вокруг покажу вид. Красота. Наверху летают орлы. Сейчас выше поднимусь, покажу еще, поснимаю. А нам пора идти дальше. Для первой точки остановки очень хорошее место. В дальнейшем будем вот здесь и останавливаться, если будем идти на поход. Пришло время мне идти дальше. Большое баракаллах вам. Вам тоже. Давай, спасибо, удачи тебе тоже. Спасибо, счастливо, спасибо. Счастливо, чтобы у тебя все получилось вот так. И звони. Обязательно буду звонить. Давай, давай. Следите за новостями. Ну, будем так дружить. Иншаллах. Аллах Аббас. Счастливо, счастливо, Расул. Давай, вам тоже счастливо оставаться. А мы идем дальше. Вчера так хорошо покушали. Меня угостили. Плотно покушали. Горячая еда, кофе. Очень гостеприимные люди. Так что мы будем идти дальше. Так, здесь неподалеку должен быть родник. Там хочу набрать воду на дорогу. Полностью подготовимся, нам надо идти. Пойдем еще километр, не считая дорогу в ту сторону, которую я иду. Пойдем еще километр. Здесь примерно 1200 высота. Там, по-моему, 2200 самая высокая точка. Все. Следите за лентой. А мы идем дальше. На том склоне тоже есть родник. С левой стороны, когда идешь по этой дороге, поднимаемся все выше и выше. Сказали, вот отсюда можно подняться, как бы это чуть-чуть напрямик получается. Не будем там много километров делать, не спеша, потихоньку поднимемся. Никогда не думал, что поднимусь с таким большим рюкзаком на такие горы. Хорошо, что они подсказали мне. А так нужно было сделать большой круг. Так, красота. Все соки выжимают на подъем. Полный вперед. Вот такой красивый вид открывается перед нами.
Оказывается, мы можем по прямой идти. Вот туда на вершину надо сейчас подняться мне. Вот вам и мраморный карьер. Так, сейчас идем поближе к мраморному карьеру. Вокруг красота, можно полюбоваться. Наверху облака тоже собираются. Вот так выглядит мраморный карьер. Красота. Лепота. Немножко с другого ракурса поснимаю еще. Сколько здесь мрамора? Это отходы, что ли? Лепота. Похоже, отходы вот сюда выгружают, как я понял. Намного тяжелее, чем мне показалось. Осталось еще немножко, и мы на вершине. Еще немножко, и мы на вершине. После этого, я думаю, еще есть высокая гора. Вот туда и мне придется подниматься. Все время лепота. Не хватает кислорода. 1800, думаю. Это высота. Ощущается нехватка кислорода. Быстро устаешь. Сразу чувствуешь нехватку кислорода. На такой высоте у людей огород есть. Работают они здесь. Ну, здесь почва хорошая. Поэтому, наверное, сажают картошку. Вот на такое место дошли сейчас. Как неохота спускаться и подниматься. Пойду боковой. Ходить и еще ходить до облаков, как говорится. Еще есть нормальных километров. А там уже достигает облака до земли. Все как на ладони. Вот я попал. Сколько здесь спуска, сколько здесь подъемов. Круто ты попал на тебе. Здесь подниматься и подниматься часами. Короче, вот так сейчас спускаюсь. Вот так наверх поднимусь. Да. Нормальная высота.
Мне надо вот с той стороны идти. А я на подъем поднялся, мне сейчас приходится спускаться. А мне надо было вот оттуда аккуратно подниматься и идти. Как говорится, не смешно. Топить и топить. Очень красивое место. На камеру это все не передается. Но все же решил поснимать немножко эти места. Вот Нижние Казанище. Вот наше любимое местечко, где мы останавливаемся. Водопад Калсаус вот здесь, вот внизу, на этом месте. Красота. Всем советую обязательно подниматься вот на эту горку. В скором времени будет пеший поход прямо вот до сюда. Я думаю, по прямой, если идти, недолго сюда. За 3 часа спокойно можно подняться. Так, а мы идем дальше. Вот туда, на высокую точку. Дошли еще на новое место. Еще небольшая ямка. И мы идем все выше и выше на подъем. Будем подниматься на пик горы. Аккумулятор садится. Со вчерашнего дня уже много заряжаем. Вот такими поворотами по тропинкам надо стараться идти. И пора уже мне кроссовки поменять, уже устали с этими кроссовками. Надену другие, они намного лучше. Здесь ноги болят у меня. С этими кроссовками лучше идти на спуск.
скалах растет. Так, хорошо, идем дальше, посмотрим, что там у нас за этим поворотом. Кутю-кутю-кутю-кутю-кутю, ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма, кутю-кутю-кутю, ма-ма-ма, давай-давай, разворачивайся вот сюда, давай, ко мне близко, вот, молодец. Ма-ма-ма-ма-ма. Давай еще спускайся вниз. Молодец, молодец, давай сюда. На камеру, поближе, на камеру. Ма-ма-ма. Кудю-кудю-кудю. Давай-давай-давай-давай. Ко мне, ко мне, ко мне. Вот, нашел красивый домик. Спокойно можно переночевать. Двери тоже есть. Так что стало, стулья есть. Вот. На 5 дней дров тоже хватает. Спокойно можно переночевать. Так что никаких проблем нету. Пик горы 500 метров. Примерно. Короче, можно спокойно наверх подняться, съемки делать. И здесь спуститься. Сделать красивый костер. Вот таким красивым видом. Лепота. Лошадки тоже есть. Вот там, неподалеку. Думал, что за звук. Сумка упала. Надо было вот так сразу поставить. Адам Куран оқиган заманна бир умми адамларни да бир тартар емик озугар муштарли болар емик. Тыңдап турма сүйер емик Куранга шөле. Сенажи прямом эфире. Интернет то ловит, то не ловит. Вокруг вот такое положение. Идем на самый пик горы. Сборище муравьев. После дождя открылась. О, сколько там муравьев. Холодный туман поднимается наверх. Надеюсь, будет еще солнце. Голодные здесь большие мухи. Вот она. Поднялся на вершину. В прошлом году вот по этой дороге я поднимался на эти горы. Кусочек открылся. Облака улетели дальше. Осталось совсем-совсем немножко. Вот сюда. Вот туда сейчас поднимемся. Каждые 2 минуты можно что-то снимать интересное. Облака, похоже, немножко вниз спустились. И вот,
Облако собирается. Это край облаков. Ветер то туда, то сюда дует, поэтому облака меняются. Похоже, я достиг ту высоту, которую я хотел. Сейчас посмотрим. Вау, просто фантастика. Что за красота? Что за лепота? Я, конечно, на той стороне был, поднимался, но не ожидал увидеть такую красоту. На камеру все это не передать, но очень красиво. Конечно, было очень трудно подниматься. Сейчас 2 часа. Я шел сюда 6 часов на подъем. Вот увидеть и снимать эту красоту. Так, сейчас поставим палатку и будем дальше снимать. Вот здесь и можно переночевать. Найдем хорошее местечко. Утром, когда ясная погода, будет еще красивее. Да, не хочется выключить камеру. Подожду еще пару секунд, пару десятков секундов. Облака как спускаются. Как будто я сам на квадрокоптер снимаю. Здесь полететь тоже не надо, можно вот так стоя снимать. Так, найдем местечко хорошее, чтобы поставить палатку. Здесь тоже можно где-нибудь остановиться. Здесь большой обрыв. Так. Как говорится, пришло время готовить обед.
Там где-то должна быть открывалка тоже. А мы с ножиком откроем. Ножик вроде неплохой. Соль тоже есть. Кармашки много. Я бы сюда поставил. Облака остались внизу. Ух, какая красота. Нормальная высота есть. Два 200 или два 300 высота. Надо посмотреть сейчас. Эту красоту словами не передать. Лепота. Хочется побежать вниз и прыгать туда. Поднялся на высшую точку этой горы. Покажу вам вот эту красоту. Можно целый день наблюдать, как оно очень, облака как спускается вниз. На этой стороне у нас Ирганайская ГЭС, водохранилище. Полезно для здоровья. Возьмите себе на выходной и смело можете идти на поход. И еще, чуть не забыл, не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки. Смотрите, орлы как летают вот здесь. На этих местах красота, конечно, неописуемая, но близко подойти никому не советую. Лучше держаться чуть подальше и снимать. Есть места, вот где можно спускаться. Вот туда спокойно можно спускаться, оттуда можно фоткать. Тоже красиво на эту сторону. Сейчас покажу. Вот на ту сторону. Тоже видно красиво, очень Ирганайское водохранилище. Ну, по утрам здесь, когда тумана нету, можно делать очень красивые фотки. Еще можно подниматься вот на эту гору. Оттуда тоже есть, появляется очень красивый вид. Но для пешего похода, для походов, если с палатками приехать, то можно смело оставаться и красивые съемки делать, и погулять. Здесь очень хороший чистый воздух, все время птички поют. Видите, облака то поднимается, то спускается.